Приветствую. Сегодня у нас четвертый, если я правильно помню. Да, заливал я точно там три части трансляции. Вчерашняя часть была даже немножко бита, но начало пропустили, там полчасика только. Ой, Танюшка, провокационный смайл ставит. Всем в чатике большой-большой привет. С вами Михаил, он же Майкер, goodgame.ru, замечательный сайт. Мы сегодня продолжаем играть в Resident Evil Village. В правом нижнем углу добавился пульсометр, он пока показывает данные, обновляется, но я не знаю, насколько его хватит. Там заряда, стабильности работы и так далее. Посмотрим, сколько он проживет. Сегодня мы продолжаем, четвертая часть. Коротко, что произошло в прошлой серии. Я освоился, если честно. То есть мне уже не так страшно, как на первых стримах. Мы вчера поиграли там 2,5 часика, причем довольно много прошли, судя по тому, что написали товарищи в чатике. Там головоломочки, боссов поубивали. Ну, продолжаем. Если вы не смотрели первую часть, я очень рекомендую, потому что игрушка стоит того. Классная графика, классная озвучка, классный уровень сложности. Вот, поэтому найдите маски ангелов. Три нашли, четвертая осталась. Я даже не представляю, где она, но у меня есть на сегодня более-менее какой-то план. Более-менее. Да? Тр-тр-тр. Как же ты проскроил так классно вообще. Игра, серьезно? Она взяла меня, отправила просто на дно. А, вот так, да? Внутри 59, вот это вот последнее. Погнали. О, Just Beer 07 10 13 говорит: Миша, я наконец-то зарегался, поздравь меня. Почему ты не беляк? Санта говорит: привет, удачно, первый раз смотрю на GG, YouTube отдыхает. Ну, YouTube стабильнее, но качество картинки на GG лучше. Итак. Пульс стандартный, это вот 78-80, насколько я понимаю. Сейчас он начал уже повышаться, и я начинаю... Ладно, не буду обращать внимание на пульс, это для вас информация. О, уже 90, не, Михаил. Чё-то тебе, может, валерьяночки выпить, а? Так, давайте карту вспомним. Что я хотел? Вообще, я хотел проверить вот этот проход со двора. Мне кажется, здесь мы... Я пропустил большую часть... контента, а может быть туда не... Ну, там как будто не пройти, но... Возможно... Да, вот зарегался спустя 8 лет, беляк. Добро пожаловать, друзья. Так. Короче, нас мадама Дерипаска, или как ее там звать, она где-то в районе главного зала находится. Дочурка ее появляется вот здесь вот в спальне, но непонятно, как ее там убивать. Хотя, кстати, а там же окна могут быть. Ой. Димитреска. Ну, почти угадал. Блин, она направо ушла. Так, что у нас по... А здесь окон нет. Здесь нет окон. Мне здесь нечего делать. Там мы все типа полутали, да, получается? Маску нужно последнюю сюда, в зал 4 отправить. Столовку 100 раз проверял, ни хрена не нашел. Лифт тоже проверял. Во дворе. Можно вернуться во двор мимо... Мимо матери. Перематери. Оперный зал. Здесь мы не долутали, но там мне в прошлый раз мать... Там очень тесновато, понимаете? Очень-очень-очень. И вот здесь не все проверил, оказывается. Я помню, так как там оказался, сразу в зал умовения пошел. А вот эту штуку не осмотрел. Как я туда могу попасть? Через двор, да? Через двор. Ладно, давай через двор. За Good Game, как говорится, и двор. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Спокойно, Миш. Во двор. Что по патрикам? 50 патронов. У меня же грейженный дробаш. Алло! У меня же грейженный дробаш. Сейчас я пробегусь по двору на предмет. Может, там как что-то еще не полутал. Ну, здесь я был много раз. Где, когда-то пробегом, когда-то проползом, когда-то
внимательно осматривался. Но... Еще разок осмотрюсь. Так, а оперный зал... Там только отмычка, да, не та? То есть, по сути, мне нужно понять... Можно ли пройти вот в эту дверь, но она такая прям глухая. И кажется, что она откроется только когда мы там маски соберем или еще что-то произойдет такое прям основательное. Здесь мы поднимаемся на второй этаж и оказываемся... Хотя мне в прошлый раз она здесь тоже встречала, кажется. Блин, опять страшно становится потихонечку. Даже не страшно, а тревожно. Я здесь был пробегом. Я бежал и в зал омовения. О, а это что такое? О! Нифига себе ванная, 4 литров на 400. А-а-а! Вот как она уходила, я понял тебя. В общем, здесь как будто что-то можно полутать. Ага, так и есть. Помада госпожи! Помада госпожи. И про нее явно упоминалось. Ой, не помню где. Помада госпожи. А, это просто ценная, то есть мы продать можем ее. Большой тюбик с красной помадой из замка Димитреску. Все, тут типа полутано. Здесь налево зал омовений, где мы. Вот, скорее всего, она. Нет, это еще не все. Теперь все. Блин. Опасно, блин. Пульс опустился до 47, это не к добру. Не забывай дышать. Нет, это как раз вот тот самый баг, который мог произойти. Потому что... Я не знаю, с чем это связано. О, ноль мне показывает система. Это ж как? Пульсометр работает. Ну все, 52. 52 это нормально, 53. Дыши, бобер. А реально, может быть, 50... Раз он показывает 47, 53, это возможно вообще? Ноль. Ладно. Дайте мне еще секундочку. Выдыхай, бобер. Может, 65, 66. Да, странно. Возможно, энергосберегающий режим какой-то включается. Черт его знает. Дайте мне, пожалуйста, секундочку. Наверняка в приложении можно... Так, управление питанием, да? Не уверен, что я быстро смогу это сделать. 80. Да, но, видимо, это я снова перезапустил типа приложение или активировал его как-то. И он... Отключать мобильный, экономия. Так, все. О, контроль активности. И... Нет ограничений. Во. Все поставил на приложуху, которая занимается мониторингом. Снял ограничения. И будем смотреть. Здесь мы все, получается, подлутали. Найти бы выход.
Я уже немножко... Ну, блин, опять пульс стабильный. Что ты будешь делать? Я успел его закрыть, видимо. Секундочку, прошу прощения. Ну, я тестил перед стартом, но не длительно. Сейчас должно нормализоваться. Держитесь. Во. Ну, помаду, допустим, мы с вами продадим, да? Но не в деньгах же, счастье. Опа! А как это я так вот сюда вот не ходил? Я в зал наслаждений не ходил по каким-то причинам, хотя я люблю наслаждение. Вот надо посмотреть, вдруг мы можем открыть вот эту штуку. И оружейная там дальше. Вот. Тогда через главный зал придется действовать, будь он не ладен. Так, а где? Где выход? Не видно ни черта вообще. Где выход, алло? За спиной твоей. Не прошло и 2 часов. Да не, мы только начали. То есть мы поднимаемся на 2-й этаж, пытаемся повернуть направо, бежим и... На 2-м этаже... Теперь ты умрешь! Блин, я не хотел. Нет, это плохо, конечно. Я уже забыл, куда направо, налево, направо. А, там же меня съели, потому что дверь не открывалась, да? Нормально все. Сможем открыть как-то, не? Кажется, не сможем. Взяли маску. Ой, бля! О, нет! Я не... Ой. Блин, мне что-то страшновато. Пульс поднимается с задержкой, это понятное дело. Блин, меня сейчас будут мочить. Так, ну как? За нашей спиной, типа, какой-то проход, не проход. А, вот. О. Сейчас мы вернемся, подлутаем там ваза. Как ты там? Я живой. Эвил, привет. Так, что еще? Изучить, изучить. А смысл? Так, не открыть. А, вот, скорее всего. Серебряное кольцо. И это еще не все. Серьезно? Может, смежная штука с коридором далее? Что-то малюсенькая комната. И я не вижу больше ничего ценного тут. Поползли дальше. Нет. Ну, а смысл изучить? Ну, ключи тут не подойдут. Ладно, не буду здесь задерживаться. Слишком тревожная музыка играет. Поползли потихонечку дальше, друзья. Опа! Оружейное! Там доспехи! Прям латы!
Я боялась, что сестрица найдет тебя раньше. Блин. Твою налево. Блин. Вот так. А, я понял. Мне нужно этот... Нет. Ты испортил всю охоту. Проклинаю! Ай! Ай! Да твою мать! Ах ты, ублюдок! По хпшке-то все печально уже, Михаил. Крафтить нечего. Нет! Нет. Мое тело! Мое тело... Мое дело. Нет! А, жив еще. Блин, надо срочно... Тебе конец! Нет! Нет! Пульс опять неадекватный. Хотя нет. Может быть, душа в пятки ушла как раз об этом. Понизился даже. Ух. Ладно. Ну, здесь, видите, автосейв еще есть. Короче, я догадывался, что здесь что-то нечистое. Потому как нам дают место для Кайта. А, надо было сначала... Надо было сначала открыть. Моя кровь бурлит. Как хорошо. Ты испортил всю охоту. Да блин, попало все равно. Мое тело! Короче, я не знаю, как... Если честно. Ай! Жесть! А, нет, жива. Не может быть. Нет! Да блин! Как она это делает? Я, видимо, не успеваю прицелиться нормально в голову, и она не получает тот самый критичный урон, который должна получать, блин. Ладно, что мы делаем? Мы сначала... Мы быстро открываем эту штуку сразу. Я боялась, что сестрица найдет тебя раньше. Берем, выбираем, кидаем. Ты испортил всю охоту! Мое тело! Ах ты, ублюдок! Нет! Вот как это сделать-то, блин? Нет! Не может быть! Нет! Ты есть! Есть! Убежишь! Ты моя... Моя добыча! Это наша добыча! Наша добыча! Есть, 4 из 4, ребят. Да, я не понял, так и не понял, по какому принципу она останавливается. Ну, получив какой-то урон, понятно, но... Ну, видимо, надо... Было понять, какой. Миша Фризы? Что? Что? Дроп в ноль. А, на исходном? Про лаги все норм, это лог такая. Мне тоже неплавно было, может быть, из-за эффектов. Окей. Так, давайте осмотримся. Мы здесь не все, к сожалению, подлутали. Надо собрать. Зарядиться. Ага. Козел наверху какой-то. Череп животного на доске. Все подлутали.
Так, и в этом коридоре я, кажется, не всех увидел, ну, не все собрал. Вот, и зал наслаждения опять, блин, красный. Ну, это, допустим, мы возьмем. А, я маску не взял. У меня, типа, сейв был до того момента, как... Все равно зал наслаждений не... А, вот что ты хочешь от меня. Понятно. Ну, с такими подсказками, да. И, скорее всего, в библиотеке та же самая тема. Или там в этих, в местах, где... Где, казалось бы, ты все уже обшарил, кажется, комнатка. Но тут, блин, 5 на 5. И все заставлено, и все ты уже увидел. Так, давайте посмотрим, куда нам бежать. Ну, куда нам бежать? Назад нужно. Бежать назад, мимо Димитрески каким-то образом. Нас она вполне вероятно может в коридоре здесь вот встретить. Надо подумать, как этого избежать, если это возможно вообще. А-а-а, стопы. Тут так-то закрыто. Такое впечатление, что мне выходить-то надо на улицу даже. Вот сюда вот. Нет? Нет? Погодите. Дайте я немножечко потуплю. Эту штуку назад не закрыть. Не, ну тут он не хочет идти вперед, поэтому... Выходи в окно. Ну там такой по этот... Но дверь-то здесь закрыта на решетку. И выхода я пока что не вижу. Ну, осмотримся, он есть. Он есть, надо понять только, что от меня хотят. Тут оконце совсем маленькое. Тут тупик на тупике, просто коридор. Да нет, вроде ничего. Это вообще очень странно, на самом деле, потому что... Может, три? Не, если кто-то в курсе, что баг это или не баг, если не баг, то я продолжу дальше искать. Вот, но если вы считаете, что это... А, не баг, все, тогда продолжаем. Тогда продолжаем. Возможно, откроется, когда я поставлю обратно маску наслаждения. Я понял тебя. Так, ну возникает вопрос, как нам тогда ее отсюда вытащить. Или поставить что-то вместо нее, да? Если что-то похожее. Череп животного. Что у нас из предметов есть? Может быть, с такими же пазами. Только череп животного, если его повертеть, может быть. Блин, как его повертеть-то? Нет, здесь нет пазов. То есть, по сути, нам нужно что-то, что заменит маску. Либо пока оставить маску, пока у нас этого предмета нет, и отправиться на поиски. Пам-п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 ам. Возможно, нам даже подскажут в процессе. Если честно, не помню ничего такого. Мы можем сдать, например, маску... А маска животного — это у нас чисто бутафория или... Не, это не бутафория. Нам, скорее всего, эту штуку надо как-то под кому-то отдать, подточить. Может, торговца сбагрить. Череп животного на доске, прикрепленный к деревянной. А мы можем ее оторвать, например, как-то? Воздействовать, может, нет? Ну, типа, убрать эту штуку. Да, вон она, 4 паза. Нам ее нужно достать отсюда. Ага, понялся. Окей. И, соответственно, ставим череп животного так. Сюда. Они помогут мне выбраться. Так.
равно остался вопрос, как мне лучше отсюда сигать, потому что я на Димитреску попаду, скорее всего. У меня два пути. Первый почти тупиковый. Ну, потом назад что, убегать будем. Ёпрасота. Неужели весь род дома Димитреску погиб? Да еще от твоей руки! Так, спокойно. Если только посмотреть, витрина вон там. Да нет, нет. У меня есть новинки. Пуль зависает, я лучше перенастрою его, когда будет возможность, перепроверю. Что сейчас явно меня было под 90. Это не 74, забейте. Сижу, потею, давайте, чтобы вас не смущать, его отключу и в следующий раз тестю лучше. У меня сегодня было полчасика для того, чтобы вот эти вот проги поставить и все сделать. Фух, облома кристалла, кристаллическое кольцо пока не будем. Ценные сочетаемые. Помада госпожи просто ценная, то есть это продаем. А, у меня еще отмычка есть, кстати, мы могли бы сбегать. Вот так вот. Оказывается. Ваши деньги. Так, можно взять хилку, она недорогая. А хилок у меня нет. Столь быстро перезаряжается, так не хочу его трогать. До новых встреч. Да, новых встреч. Ну что, всех трех дочерей мы попортили. Неужели... Тихо, ну что? Весь род дома Димитреску погиб, да еще от твоей руки! Черт. Я не посмотрел, что произошло, но мне подозрение, что из зала четырех должна откроется вот эта вот штука. Жалко, я не увидел процесс открывания. Красота-то какая, вы посмотрите. Просто. Такое величие. Впечатляет. Надо было, наверное, моду для пистолета купить. Я не знаю, куда я иду. Я иду по мере открывания вот этих вот всех путей. То есть я... Вроде церковь. В запустении. Скамейки все свалены. Блин, страшно. И впереди гроб. Ой-ой. Кинжал тот самый. С ядом, который. Ой-ой. Ты все испортил. Нет!
Решила, значит, показать свой внутренний мир? Тебе конец! Капец. О, лут. Ну, как использовать? Закрыть снаряжение. Какое закрыть? Да. Да что ж такое? Говорят, нет места. Блин, страшно. А жуть. Надо было купать. Ну там 7 патронов для дробаша, я не могу их взять. Ай-яй-яй-яй-яй. Чё ж я у торговца-то не взял? Отмычку не хочу. Естественно, ножик, все это дело тоже не хочу оставлять. Патрики, снайпев, ловы. Да, блин, может начать ее уже потихонечку бахать, а? Я не вижу, где она. Вроде как подо мной где-то летает. Прям подо мной. Ну а что делать? Наверное, самодельную бомбу выкинуть. И класс. Просто. Только ты и мать Миранда видели меня в этом обличье. Жаль, что ты заплатишь за это жизнью. Я тебя никогда не прощу. Ой. Я отказываюсь платить. Я оставлю тебя, мразь. Вези меня. Не стыдно говорить про спасение своей дочери после того, как ты убил моих. Блин, а что это такая страшная? Беги, беги, но я тебя найду. Да твою налево. Да серьезно. Ну ясно. Тут вообще тупик, ребят. Тут тупик, алло. Алло. Я не хочу в нее патроны тратить. Хотя, видимо, надо. Поздно извиняться. Сожру тебя. Я сожру тебя. Не знаю. Мне кажется, моя стрельба не имеет вообще никакого эффекта. Лучше сдайся. Твоя дочь тебе... А нет, есть. Есть, нормально. Нормально, нормально. Я понял.
О, у меня 20 патриков на... Очень классно, эпично прям. Ай! Что-то она жрет не то вообще. Есть. Сбит, объект сбит, повторяю. А может и нет? Что-то неадекватная какая-то. Скоро патроны закончатся, Михаил. Ой. Обратного пути. Ага. Ой. Такая она злая. А! Все? Ей, кажется, плевать вообще, нет? Да, скрип есть. Довели. Довели. Понял. Оказывается, мне надо было бежать. Тебе больше некуда деваться, Иритан. Ладно тебе, не стесняйся. Покажи мне свой ужас. Блин, она меня... А теперь ты умрешь. Я сожру Что? Тебя до последнего куска. Ой. Хьюстон. Да я не вижу, где мне здесь. Где мне прятаться здесь? Ай-яй-яй-яй-яй. Yeah!
понял, да. Во второй фазе она издавала звуки очень медленно, то есть она... Похоже, в первой фазе я действительно зря стрелял, когда она была, бегала за мной. Она криком и анимацией показывала, что получает урон только когда она летала. К сожалению, я с такое количество патронов просто в нее. Вот. Не я здесь проклят. А во второй фазе она отмечала, собственно, казалось, там негде развернуться, но на самом деле был там пятачок, на котором ты крутишься, и она это самое, отмечала сначала анимацией и звуком, куда будет атаковать, ты оттуда уходишь, она это место атакует и промахивается, все нормально. Так, что это у нас тут такое? Похоже, я смогу выбраться. Грязная колба. Так. Но я остался без патронов, к сожалению. И мы оказались в абсолютно новой локации. Поищите розу, задание. Есть сейф. Окей. Ладно, я не буду переигрывать ради сохранения патронов. Все дело наживное. А! Я думал, мы трубу можем вытащить оттуда. Осматриваемся в этой... В этом домике. На этот механизм я не мог воздействовать никак. Нужно что-то вроде... Ну, не знаю, как правильно называется. Рычаг, не рычаг, какая-то... Блин. Ну, часть механизма, в общем. И игра как бы подсказывает, что где-то здесь неподалеку есть тот самый инструмент, который якобы должен тебе... Хреновина, да, хреновина. Крутилка. Вентиль. Да, может, там будет как раз и вентиль. Так, карта принимает совсем другие очертания. А мы без нормального количества патронов. Блин. И назад дороги нет. Ну что ж. Так, рыбы. Не понял, а что за дерзость? Я рыбак. Мне кажется, надо... Ой, рыбку съесть можно. Может быть, ножом, чтобы не тратить патроны. Патронов не стали по рыбе. Да я же не знал, что она беззащитная. Услышьте нас,
Взываем мы к вам с почтением. Явитесь из пучины темноты, чтобы разрешить наши судьбы. Да взойдет в ночи жуткая луна, мы приносим жертву вам, и мы просим вас пролить свет. Охренели, что ли? Кого там жертвовать собрались? Взойдет в ночи жуткая луна, все мы просим вас пролить свет. В жизни и в смерти славим мы Матерь Миранду. Эй, помните меня? Я чуть не погиб в том замке. Что здесь происходит? Можете мне объяснить? Можно ли погибнуть только чуть? Нам ответит лишь мудрец. Вы же все поняли. Я так и не нашел Розу. Где ее прячет Матерь Миранда? Опоздал. Ну или чуть опоздал. Чуть опоздал. Хороший юмор. Дитя станет жертвою. Жизнь за жизнь. Что за средневековая херня? Она же младенец. Гербы четырех кровей откроют искомый путь. Может, хватит ваших загадок? Я просто хочу найти дочь. Но эта загадка лишь пока нет ответа. Погоди, я же это видел. Эй, эй, стойте! Я это видел, да? Я бы играл за дом коней. Прекрасный конь. Конь, огонь. Как же меня смущают такие моменты, когда все затихает вообще к чертям собачьим, как будто меня готовят к... С двумя крыльями. Ключ не подходит. С двумя крыльями. Видимо, возвращаться сюда надо, к этой. Серьезно? А, здесь же ключ был. Крылатый ключ. Она его клала на моих глазах. Или ложила. 20 патриков, господи, мне хватит на двух зомбарей. Ну вообще, после босса, я думаю, многие без патронов и без здоровья. Вряд ли тут будет какой-то прям... Какая-то жесть, что тебе нужно будет и то, и другое в большом количестве. Ой, ну чисто Skyrim. Просто. Нет? Ну, камни, скалы, снег... Горы и все. Чисто Skyrim. Место ритуала. Вуз рода всем, ребят. Так, очень знакомый символ. Да я вроде... Я не помню этот символ. Мне нечего пока, видимо, сюда ставить. А, типа Umbrella. Зонтик. Типа Easter Egg, типа... Resident Evil же... В разных сеттингах был. Так, что нам выдали? 3 патрона на снайперскую винтовку. Я вижу врагов. Да ладно. Чё, не попал, что ли?
Ой, была ошибка это. Сколько же я мажу, капец. Может, покрафтим? Я первый выстрел промахнулся, потом, на удивление, по двум бегущим в голову попал. Мне как раз, видите, дали три Патрика на трех зомбарей. Типа, если хватит, то ты молодец. Если не хватит, то значит не хватило. Сам виноват. Надо будет опустить этот мост, чтобы добраться к лодке, очевидно. Но не торопимся. Тут еще дверь, там проход. До хрена просто мест, куда можно сходить и не вернуться. А, подожди. Во-первых, я услышал, да. Во-вторых, возможно, это как раз не тупик. Плюс страшно, конечно. Ой, да ладно, и тут нужно что-то. Ой-ой. Там темно. Но мне именно туда. Как сыкотнота. Я не хочу туда идти. А можно скрафтить дробаш? Можно скрафтить дробаш. Крафтим дробаш. Чик-чик, блин. Блин, капец, как мне не по себе. Ключ. Мне нет такого ключа. Надо запомнить, что здесь шкатулочка. Ну и все, надо идти на этот рык. Дикий. Да блин. Да я мажу, как дурак, блин. Ты серьезно? Миша, ты дебил. Ты в упор не можешь попасть. Да не видно ни хрена. Плюс он дергается еще. Так. То есть у нас есть сложно открываемая шкатулка, раз. Закрытый наглухо. Не наглухо. Не-не-не, подождите, я слишком много сзади оставил, нельзя так. Не-не-нет. Где-то
Скорее всего, должен быть ключ к шкатулке. Или я как-то должен суметь ее открыть. Если просто ничего не видно, можно пробовать настройку пробить режим sRGB. Кстати, да, вполне вероятно, что у меня проблема с цветопередачей, типа... А, sRGB стоит, кстати. Да, на REC 709 гораздо хуже. Ну, тени вообще пропадают. Так. Все вот эти вот три ключа я проверял. Давайте на всякий случай еще перепроверю. Будем смотреть, что я здесь упустил. Отмычка? Да нет, если бы отмычка, то открывалась бы... Это, видишь, сюжетная. Мы не можем инвентарь использовать. Тут явно какой-то ключ. Ну, блин, темно ли, реально. Сейчас яркость чуть-чуть. Ну, стало получше, на самом деле. По крайней мере, я вижу что-то. Да, наверное, такая яркость лучше. Ой, хорошо. Так, то есть у меня здесь одна закрытая шкатулка. А дальше непонятно, каким образом спускать этот мост. Тоже не видно, какой инструмент сюда приложить. Ключи явно не пойдут. Здесь какая-то большая деталь должна быть. Сверху спрыгнуть я не смогу, это не та игра, тут прыгать нельзя. И мне кажется, надо идти пока вперед. То есть принять тот факт, что здесь у нас остались хвосты. И пока что пройти вперед. Вот и вы. Так и знал, что вы здесь окажетесь. А, я тебя не заметил. Все было напрасно. Неужто? Полагаю, что-то ценное вы нашли. Не уверен, что ценное, но... Но ваша дочка прямо у вас в руках. О чем вы? А вы приглядите. Вам не кажется, что в колбе ее голова? Нет. Нет. Роза! Лучше молчите! Этого не может быть! Я вам не верю! Душа вашей дочери цела. У нее уникальный дар. Но... Кто мог это сделать? Ее можно спасти. Спасти? Теперь? Вы рехнулись! В западной части деревни стоит дом с красной трубой. Найдите персону, которая там живет. А потом мы вернемся к нашей беседе. Хватит тянуть! Выкладывайте все сразу! Вы можете не верить. Но не думаю, что у вас есть... Чертовщина какая-то.
творится. Клиент, конечно, всегда прав. И все же... Если это вранье, я убью вас. Шутник, блядь. Ищите дом с красной трубой. Как желаете. Посмотрим, что есть в магазине. О, за Димитреску нам дали 25 косарей. Это, конечно, просто прекрасно. Получаем денежку. Димитреску. Красиво даже после смерти. Какая талия. Да. Какая талия. Хорошо, что я успел хилку купить за 1000. Сейчас у нее все подорожало. Нет, хилка подорожала. У него вновь появились патроны. Количество ячеек снаряжения я бы взял сразу. Бог дал человеку спину для ноши, но пытаться унести так много. Дрожание к снайперской винтовке. Модуль снайперской упрощает прицеливание издалека. Не то чтобы я часто использую снайперскую винтовочку. Так, а что по модам? Ребята, а тут открылись новые модификации для того же самого пистолета, дробовика и дальше. Я бы двигался дальше по урону. Ну, с целью экономии патронов. Какой там шаг? 140-150. Эти руки гораздо проворнее, чем вам кажется. Хреновый шаг. Против боссов хорошо заходит боезапас, но я и так уже слил большую часть своего боезапаса, нет, так скажем. Нет задачи важнее, чем добыча товара. Амуниции. Нет ничего важнее. Давайте. Вот на что вы глаз положили. Спасибо за покупку, сэр. Для снайпа нет патронов. Так, и надо запомнить, что сзади мы оставили шкатулку. Стакоринг, пожалуйста, верни белый квадрат и черный квадрат, как было. Изменить нужно только третью настройку, где медальон нарисован. Только третью настройку. А я не помню, как возвращать. Этот был так вроде как. Хорошо. Сюда мы, скорее всего, не пройдем. Тоже какие-то особые ключи нужны. Ну, новая локация, будем ориентироваться. Нам тут сразу показывают, какого типа ключи нужны. Где понадобится отмычка. Вот это вот можно будет. Я вернусь в город сейчас, по сути. И смогу, по крайней мере, пройтись по тем местам, от которых у меня уже есть ключ. И полутать те дома по карте, которые мы... Ну, вот, например, в церкви я был несколько раз, но, оказывается, не все там исследовал. Четырехкрылое существо. Все, надо подходить хотя бы разок к каждому из... каждой из дверей для того, чтобы... Крылатым открываем. Крылатый. То есть у нас есть крылатый ключ. И ворота, которые с этой стороны открываются, да? Ну, я их видел до этого. Еще в самом-самом начале игры. И вот мы вернулись в поселение. Предлагаю сначала зайти в церковь, потому что, во-первых, там можно сохраниться, во-вторых... Ворона опять... Мы создали эти козьи обереги, чтобы защитить деревни и людей. Да, это я читал в прошлый раз. А мы их разрушаем, типа, ходим. Плохая концовка будет, много крыс. Опа, а этого не было раньше. Что это такое? Это, видимо, спецназовцы здесь, да? Да. Дата операции 09.02, 2001 год. Запись сделал FN. На месте следов... Ну, видимо, Итан Уинтерс и Розы Уинтерс нет. Вошли в деревню, стычка с биооружием.
Следы ИО, местонахождение РУ неизвестно. Развернули базу в церкви. План операции. ЛГБТ, то есть ЛБДТ, ПС. Осмотреть лабораторию. ФНСГ. Изучить образцы плесени. Альфа проникнуть на фабрику. Что ж они здесь какой-нибудь не оставили? Схрончик. Так, я не вижу лута. Стало быть, здесь есть какая-то секрет... Вот она. Обломок кристалла. Да, теперь оно кажется лутаным. И вот то же самое в следующем помещении, видите? Тоже красненькое. Надо бы зайти, потому что я... Ну, раз уж мы взяли зачищать... Ты не сохранился только. Давайте сделаем как надо. Сегодня, но год назад. Ну, близко, да, кстати. В этом доме, я помню, отстреливался от диких зомбарей. И кружил здесь очень долго. Но, как выяснилось, видите, не подлутал просто очевидный Патрик. И это не все, еще что-то здесь есть. Детали. Вот теперь все. Далее. Нам нужен дом с красной трубой. Тут тоже городочек. Не совсем исследован. Эту штуку должны открыть. У нас есть такой ключ. Я не знаю, мы здесь пройдем или не пройдем. Отсюда пройдем только, да? Ютуб упал. Ну, локальная запись делается, все в порядке, если что, перезальем. Бегаю пока по более-менее знакомым местам, но здесь может появиться зомбарь вообще. В любой ситуации. Давайте осматриваться. Я могу здесь пройти? Вряд ли, да? Надо было завернуть чуть дальше. Где-то здесь. Я понял. Да, это далековато. Ладно, пройдем в дом, где отмычку требовали от нас. О, инвентарь увеличился. Посмотрите, сколько мест свободного стало. А то я столкнулся, когда к боссу пришел, все, патроны некуда класть. 7 патронов для дробовика. Богатство настоящее. В закрытых помещениях было бы еще не... И тут не все мы собрали. Было бы неплохо. О, великие оборотни, жуткие волки из древних легенд. Пусть они придут сожрать нашу плоть. Придут, чтобы порвать нас в клочья. Опять я где-то что-то пропустил. Возможно, мерцает что-то. Не вижу. Ну вот, я знаю, что в этом помещении что-то еще есть ценное. А, нет. Блин, этот поиск лутом. Ну и не хочется оставлять невыполненным эту задачу. Ищу маркеры, блин. Как дурак. О! На кровати что-то валялось. Так.
далее, направо, и там ключ, который теперь у меня есть. Интересно, получится открыть эти ворота? Не получится. А, это вообще там, где мы убегали изначально. И с этих ворот все началось. Так, и не забудь про дом с красной трубой, вообще-то. У тебя задачка-то. Вот она, красная труба, вот он дом. Не то, что он совсем, как бы, совсем красная труба, но вроде как труба и вроде как красная. И такое впечатление, что здесь вообще не было. Собираем патроны. Осматриваемся. Я услышал крик, доносившийся из дома с трубой. Хотел сходить и глянуть, что там. Но дорога была завалена, придется топать в обход. Кто бы мог подумать, что от дыры в конюшне... От дыры в конюшне. Когда-нибудь будет прок. Если я не вернусь к утру, иди в дом Луизы без меня. Возможно, это не тот дом, который мы ищем. Замок несложный, понятненько. Ну, очевидно, нам нужно в конюшню. Кацкий станок. Пучок пряжи. Блять, ой, извините. Ну, если вы просто с ушами, вы это, наверное, тоже... А вот и не конюшни. Ну, просто. И нам туда. Нас уже начинают готовить к сложностям. К серьезным сложностям. Так, эту штуку можно отодвинуть. Ну, это дыра в конюшне как раз. А это, видимо, шорткат открылся у нас, да? Похоже. Охренеть. Просто. Тут козла замочили. Тут выход назад. Ну, нам сюда. Блин, у меня плохое чувство, друзья. Очень плохое. Надо было пистолет брать. Я же успел блок. Или живой. Делаю хилку, лечусь. И он сидел просто на картах, понимаете, рядом с туалетом, как заправский гопарь. Как так? Я все равно не смог ничего ему сделать. Одному зомбарю, одному. Но у этого судьба сложилась вообще плохо. Так. С домкрат. Это наверняка можно сдвинуть. Изучить. Но нам нужен рычаг для домкрат. Он явно тут отсутствует. Ну и что-то мне подсказывает, что искать его надо где-то здесь. Опять ни хрена не видно. Вот просто ни хрена не видно. Впереди нас ждут ворота Don't Enter.
Do not. Я, естественно, пока не осмотрелся, туда не спешу идти. Написано же человеческим языком. Не входить. Я и не иду. Была уже такая клетка. Я в нее не выстрелил где-то в самом начале. Даже, кажется, две. Ну, выбора нет. Меня предупреждали, потом будут говорить, но игра просто заставляет. Дают сразу закрафтить лечение. Опа. Что это? Look out the window. Посмотри в окно. Да вы издеваетесь. А. 0408. Это код к сейфу. А, там больше цифр, там еще буквы есть, да? Блин, я так и знал, сука. Ненавижу тебя. Блин. Просто ненавижу, тварь. Его же здесь не было. Ой, как это же просто. Да я уже в первое окно, когда прикидывал, сейчас меня будут, думаю, мочить. 04, UM08. Куда ты? 04. А там буквы еще есть или все по цифрам? Это только цифры. Что вы имеете в виду? Там UM вообще или что? YM. А, вон еще 07, понял. Не увидел сразу третью цифру. Третий этот. То есть 07-04-08. 07-04-08. 07-04. И 08. Пистолет. М1911. Не помню, это типа берет или что это у нас? О, и дали наконец-то рукоять домкрата. Кажется, мы с ее помощью можем, ну, как минимум, домкрат сдвинуть. Полуавтоматический пистолет. Но он не грейженный, он без дульного тормоза. Не знаю пока, стоит его... Ну, можем попробовать, конечно. Калибр тот же. А это кольт. Угу. Спасибо. Так, вижу раз, два проблему. Три проблемы вижу. Нет, тут не грейженный по урону. Надо этот выбирать. Откуда они здесь появились? Нормально же сидели. Гренок нет. Отступать особо некуда. Ну чё, погнали. А-а-а. Ну это все, это приехали, кажись. Ха-ха-ха.
как хорошо, что я дробаш проградил. У меня впритык просто патронов хватило на все. Вообще изявый. Дверной проем, потолпились. Мне тут резко FPS еще просели. Так, а я не смогу приладить. Да. Эту штуку для домкрата я могу применить только в одном месте. Я думаю, что наконец-то нашел какую-то универсальную трубу, которая решит все мои проблемы. Ладно, погнали. Домкрат. Ой, как же ты... Блин. Вижу. Минимум двое. Че по крафту? Можем сделать патрон для дробаша? Закончилось уже все. Блин, назад я не уйду. Убегать от них или пытаться здесь спрятаться? Просто если впереди еще будет враг. А там вообще непонятно, что будет. Я сейчас целился в него незаряженным пистолетом. Просто мозг. Ну, нам в противоположном направлении надо сюда вот найти. Может быть, вот это вот дом с красной трубой? Или вон тот вот с красной трубой? Ну, этот прям с красной. Слушайте, я же сюда пришел. Тут коня у меня утащили, помните? Прямо из-под носа мертвую лошадь утащили. Дом с красной. Нашел вроде. Но, видимо, в другую нужно зайти. Дверь. Там баран или козел или хря... Это свинья! Ребята, мы свинью нашли! А-а-а, блин! Твою мать! Она бешеная! Охренеть! Так, ну и чё? Дом нашел, через конюшни прошел. Оказался там, где мог быть. Красная труба, красная труба. Ищите дом с красной трубой. Так, а что у меня за задание? Подождите, 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 подождите. А, мне нужно свинью мочкануть. М.
Мясо. Да, ингредиенты. Это вот оно. Отдайте герцогу. А где посмотреть на задание текущее, блин? Ищите дом с красной трубой. Ищите дом. Все еще ищите дом. Я не понял. Спутник, привет. Да, видите, пришли, убили. Все, понятно. Типа вопрос закрыт. Сюда бы еще пройти. Там как раз ключ. Ой. А. Блядь, я ее не увидел даже. Ну, ясно. Что-то у меня картинка вообще неплавная. 40 FPS вообще. У вас тоже там, я вижу, просадки дикие идут. 40 FPS. Ну, это оптимизация в игре здесь такая. Вот конкретно в этом месте. Хотя сейчас зашел внутрь. И, казалось бы, должно быть побольше, а нет. Ты на меня гнал, тогда это Райзен. Опять начинается, блин. Давайте попробуем игру перезапустить. Я не факт, что у меня сейв будет. Не факт, что у меня сохранение будет. Хотя сейчас 70 FPS, нормально все. Давайте немножко попробуем пройти дальше. Вдруг мы уйдем из локации. Ну или в какое-то место уйдем. И оно стабилизируется. Дошутим мы. Ну. Что, блин? Что, блин? А, у меня патронов нет. У него частично маска прикрывает. Ах ты, тварь. Нес. Тело наоборот. Ну это жесть. Приехали, кажется. Ага. Да блин, да ты достал меня. Ну, делаю три последних патрона для дробовика. Есть еще патрики на... А, шлемак слетел. Ну, у меня 7 патронов осталось. Два патрона. Все. Приехали.
Я пустой. А, блин! Сука. Так, ну, понятно, что там часть урона я вкинул в его броню. Что у меня есть? 50 патриков. Это будет очень непростой пробег. Это будет вообще непросто. Сохранение только здесь. Мне кажется, надо пачку... Мне надо будет пачку зомбарей убить, видимо, через... А, не смогу их убить через динамит, да? Вот это да... Вот это да. Варианты. Вариант назад вернуться. А назад у тебя случайно не тупик? Кажется, не тупик. Это и есть назад, Миш. Это и есть назад. То есть сюда тоже не вернешься, правильно? А, вернешься. Может так тогда? Ну, типа, обойти их как-то так. Ну, мне кажется, я сейчас... Они же здесь, да, должны быть за этой стенкой? Ну да, я вижу трактор, но их не вижу, они исчезли. А, возможно, они генерятся только тогда, когда я... Точнее, появляются просто тогда, когда... Что мы можем сделать? Мы можем вернуться, попробовать денежку потратить на амуницию. Что так или иначе придется идти по тому пути, тут все линейно. О, а то я сел за компьютер, думал, что посмотреть тут стрим. Тут отличная вообще игра, просто прекрасная. Я, правда, сегодня какой-то уже ухайдоканный. И соображаю плохо. Так, и... Вот FPS вроде выровнялось, все ок. Ну так, 80, ну не 40. Ладно, давайте попробуем вернуться на площадь. Там поторговать, посмотреть, что мы на наши шиши, барыши можем прикупить. Само собой. Облома кристалла 2 косаря. Да и все. Я добыл для вас новые товары, мистер Уинтерс. Мелочевка. Ясно. Что у него есть? У него есть патрики. У него есть самодельная бомба. Патрики для снайпы, конечно, очень дорогие. А что у нас по крафту? Мы там чисто случайно не подкопили? Скажите, если найдете еще что-то ценное. Нам нужно что-нибудь прикупить, чтобы вот реализовывать материал для крафта вот этот третий. То есть, наверное, надо прикупить... Ну что ж, смело изучайте.
прикупить схему для снайперских патронов. Ага. Ну, подозреваю, что их, например, можно будет скрафтить. Заходите еще. Хрен тебе. Значит, мина. О, чудно. Я как раз думал, чем бы себя занять. Или шашка. И на этом у меня закончились деньги. Счастливо. Хотите что-то купить? Блин, я не вижу... Не увидел кристальные черепа на продаже. Помалу, помалу, а там, глядишь, будет много. Все это инвестиции, Итан. Че, нового пистолета по урону? У него базер 160, как у нашего Грейженова. А использует он тот же, один и тот же Патрик. Поторопился я с грейдом этого пистолета, потому что этот пистоль явно круче. Да, у него боезапас вместо десятки семерка, но он в базовой комплектации уже эффективнее по урону, чем мой. А если я еще сниму с него дульный тормоз, то будет все 190. Так что, скорее всего, надо мне бы... По мне так отличная сделка. А я могу разъединить же, да, наверное? Или все, или модификацию поставил с концами. Не вижу способа снять дульный. Угу. А, улучшение для каждого оружия уникальное. Блин, ЛКГ, привет. Вот здесь вообще 90 FPS. То есть это явно была местность какая-то особая. Так, что делать? Блин, что делать? Мы можем скрафтить мину. Две, три. Вот они нам реально помогут. И, видимо, возвращаться, идти, сражаться с тем. Может, перейдем тогда сразу на второй пистолет? Он в данный момент, конечно, еле-еле по боеспособности выигрывает. Учитывая тот, что тот еще более скорострельный. Не, не будем. Там ради этих 10 урона 150-160 это... У того моба аура на минус FPS. Может быть, давайте попробуем все-таки собраться и с ним разобраться. Я еще плутаю. Угу, сейчас. Ты зашел в тупик. А как ты сюда проходил? Как ты сюда проходил? Не, отсюда явно. Отсюда, значит. Значит, через... Блин, что со мной происходит? А! Через сам дом, видимо. Нет. Да. Да. Нет. А, я, видимо, обходил вот так, вот так, вот через петуха, да? Через петуха? Нет, я не обходил через петуха. Я прошел как-то вот так. Не поэтому, а свернул. Ладно. Не, сегодня что-то вообще не мой день. Я торможу. Причем я помню, что выходил, кажется, именно с этого. Из этой двери. То есть здесь не тупик. Ну, сюда резко направо. Вот здесь вот. Да, вот. Сори. Просто. Все, собрались сейчас. Наша задача поставить мины.
Желательно, да? Они довольно кучно шли в прошлый раз. Мины причем... Ставлю сразу на быстрый. Ну, погнали, агрим. Блин, на одного только. Да что ж такое? И вот они, 40 FPS, друзья. Здесь еще трое. Взорвался один только. Блин. Да нет! Патрик, я посливал при этом. Просто 37 FPS. Собираю самодельную бомбу. И планирую и самодельную бомбу, и мину потратить на того черта. Погнали. Он уже без каски, да? Это очень хорошо. Какой он крепкий. Но хорошо, что сразу после мины, именно после мины, мы с него сняли каску. Вспоминаю, сколько было выпущено эту железную голову до этого патронов. Запертый хозяин отсутствует. А здесь я даже не был. Так, хочу проверить. Во-первых, здесь ключ должен подойти. Лесенка наверх. Там дальше еще один ключ. Или проверить сначала эти два тупиковых дома. Кажется, это более правильный подход. Дамы и господа, поскольку скрипичного мастера давно нет, я храню ключ его от, я храню ключ от его дома у себя. Если вам нужен, обращайтесь. С уважением, Иосиф Саймон, садовник. Бенивиенто. Садовник. Как узнать садовника вообще? Как, в чем? То есть там ключ от этого домика. Нужно найти у другого человека. Каждый раз как в первый, ё-моё. 25 патриков. Мадалина, туловище, кукла. Что
Что бы это ни значило. Я не знаю, кому. Так, здесь все собрали. Легко, он убийца. Так, есть отмычка. Ну хорошо, здесь подчистили. Надо будет найти садовника. Садовника, скорее всего, мы можем обнаружить по... Что логично, саду у него во дворе. Колесо от колодца. С его помощью мы сможем все колодцы облутать. Наконец-то. 6 патронов для дробовика. Тут же заряжаем. Так, подлутано. И по лестнице забираемся наверх. Такой тут уровень интересный, конечно. То есть это поселение с большим количеством входов. Ну, дизайн такой прям не из простых. О, Витя, отдельный привет. Так, а за нашей... Короче, здесь петух, ребят. Это курица. А нарисован петух, везде обман. Так, ну мы же понимаем, что если спрыгнем отсюда, то назад уже не будет дороги. И если начнется экшен, а он, похоже, начнется. Опа! Мясо птиц. Большой кристалл. Это все мы торговцу сбагрим. А, есть вторая лестница. Хорошо. Тогда мы осмотрим. А вот и петух. Опа! Ну, ребята, есть-то хочется. Курица в шоке. Но без петуха вообще смысла особо жить нет. Шорткат. А то я смотрю, вроде местность-то знакомая. Дверь с другой стороны. Но помним про... Это откроем, но полезем на крышу. Полезем на крышу. Ладно, давайте потихонечку закругляться. Я протещу еще. Сегодня такая скомканная получилась трансляция. Прошу прощения. А вот он, дом с красной крышей. Ну, наконец-то. Вот это точно с красной. Блин! Твою как! На стрейф просто. Он такой резкий вообще. Надо запоминать его движение. То есть после того, как он стрейфанулся, надо уже по нему стрелять. А то так патронов не напасешься. Так, а это чертеж ключа. С четырьмя крыльями, помните? Крылатый ключ. Лишь одна из деталей. Нужны еще три части, чтобы вновь создать целое. Понял. А-а-а.
зачем? Я взял и объединил. Так, 1 февраля, ребят, принес в жертву матери Миранде две козы. Начало многообещающее. 7 страниц. 3 февраля. Принес шерсть матери Миранде. Она поручила мне найти лекарства и инструменты из списка за пару дней. Интересно, зачем? 8 февраля. Никаких новостей от матери Миранды. А животина все никак не уймется. 9. Мне поручили отнести вещи к церкви, к пещере на восходе. Там я увидел жуткое зрелище. Там стояли все четверо владык. И матерь Миранда держала в руках дитя. Она что-то прошептала и коснулась ребенка. Трудно подобрать слова, но дитя будто превратилось в белый кристалл. А потом она... Тут я не выдержал и спросил ее, зачем она это сделала? Матерь Миранда улыбнулась в ответ. Это избранное дитя. Что бы с ней ни случилось, она вновь обретет свой первозданный облик. Опа! Она дала часть кристалла. У нас есть, кстати, один кристалл в колбе каждому из владык. То есть мы убили только одного владыку. И они разошлись. Это очень хорошо. Подожди, я не дочитал последнюю. Я забыл поклониться матери Миранде перед уходом. Меня до сих пор колотит. Что она сделала? Что это за ребенок? Вернитесь к герцогу. А герцог это торговец, да? Насколько я помню. У меня с именами, как вы знаете, вообще. Все очень плохо. Да. Ну, у нас теперь есть ключ. Опа, катсцены. Ну как, узнали что-нибудь? А теперь рассказывайте, как все исправить. Не горячитесь. Используйте этот ключ и соберите колбы с розой. Где искать остальные? Их всего 4. Одна у вас. Еще 3 у других владык. Угу. Владык? Нам сейчас владык показывать будут. Все они служат жестокой правительнице этого края. Матери Миранде. Одну из них вы и встречали. Леди Димитреску. Очаровательная. Вторая живет в долине туманов. Кукольница Донна Беневьенто. Не станьте новой игрушкой в ее сыром особняке. Нам к ней сейчас надо идти. Ну, судя по ключу. А третья — Моро. Гора уродливой плоти, живущая в водоеме за мельниц. Говорят, он не единственная тварь, что живет в тех водах. Ну и опаснейший из всех — Гейзенберг. Он на своей фабрике, на краю деревни. Что делает? Скажу так, у некоторых очень больное воображение. Вот это затравочка. Да, друзья, я... Опа, это что такое у нас? Сокровище? Карта документы. Я здесь никак... О, ребята, у нас оказывается... Ладно, я буду переваривать. Тут оказывается... Угу. Все, пойду отдыхать. Прошу прощения, что сегодня тут только у нас 2 часа, и еще начало не считается. Я попробую завтра разобраться с пульсометром, почему он выключается. Ну, скорее всего, там... В целом он работает хорошо, просто через какое-то время выключается. Надо понять, на чьей стороне. Скорее всего, с телефоном надо будет разобраться. И увидимся завтра вечерком. Или не увидимся, потому что завтра турнир по Варику в память Хота. И, возможно, мы посвятим завтрашний вечер именно вспоминая Михаила Новопашина. Вот, спасибо, в общем, что смотрели, друзья. Спасибо, что делали это, в том числе на ГГ. А увидимся с вами скоро. Пока-пока-пока.